Короче, сегодня работал с рекламой, с новыми товарами закончил работать, вчера все сделал по плану, завтра работа с рекламой, скорее всего будет работа с бухгалтерией еще, такие планы, плюс со складом надо поработать, еще и голос пропал, с утра будет физкультура, в принципе все устраивает, работаем. Июнь в полном разгаре, 11-е. Думаю, что лето сделаем отлично. Ну и плюс финотчет сразу за неделю сделаем. Смотрим планы. Дети вроде выздоравливают. Так что все будет нормально. Главное, надо немножко поднапрячься и найти энергию и сделать. Запланированное. Все, пока.